Что тут думать? Тут как студент прыгать надо. Перу протираю. Наношу праймер. Праймер черный цветом. Вот и все, праймер тоже нанес. Немножко жду, пусть подсохнет. И можно будет уже мазать герметик. Туба большая, нормальная, обычный шприц. Все, подрезал здесь. Сзади. Ну и по кругу пошел. Так, где там герметик? Густой, как резина. Ну и также вторую сторону намазываю. Сейчас положу сначала стекло. Герметик, конечно.
полезет маленько наружу. Но мы его потом снаружи аккуратненько подрежем, где будет сильно. Ну а теперь можно уголки устанавливать. Так, это у нас нижняя. И она отсюда. Саморезы нержавейку взял. Так, это у нас получается отсюда. У нас отсюда. Это у нас, следовательно, отсюда. Ну, а дальше дело техники. Так, это у нас отсюда. Это у нас отсюда. Прикручиваю все. Подтянул все саморезы,
Теперь лежит у меня сутки, сохнет, спешки никуда никакой нету. Потом переверну снаружи торец, где резина выступила, герметик. Подрежу маленько. И все. Можно рамку устанавливать на автомобиль. А за рамкой там уже потянется задние окна и крыша. Резиновый уплотнитель я приклеил на кузов. Теперь можно поставить крышки и потом уже прикручивать рычаги их открытия. Номер этих резиновых уплотнителей MUC4299. Они одинаковые. Также здесь обычные шплинты идут, держат крышки. Номер их 33-41-21. Сейчас покажу. Обычные большие шплинты. О, даже не такие они обычные, они просто штифты распилены с торца. Отсюда не войдет, поэтому вставляем с крышки. Вот и все, а потом уже будет притягиваться. Эти пропилы просто отверткой беру и немножко разгибаю. Даже не сильно, чтобы она просто не выскочила. Ну и жду. Жду, когда у меня просохнет стекло, подрежу его. Здесь резьбу уже прогнал и смогу рамку поставить. Пока жду токаря, он мне сделает. Установлю рамку, да буду сзади собирать, чтобы уже крышу можно было положить. Ну а когда закончу здесь с тормозами, прокачаю сцепление, прокачаю тормоза, уже смогу поставить крылья. А когда поставлю крылья, смогу поставить капот. И вот так вот заведу его, заведу просто без проводки. Питание кину и перегоню электрику. С проводкой я не дружу. А электрик уже будет проводку делать. Даже эту крышечку, вот, чтобы поставить, поехал, болтики взял. Вот такие нержавеечки шестигранные взял. Ну, я сейчас прикручу, будет красивенько смотреться. Притягиваю.